преддверии начала сегодняшней торговой сессии фьючерсы США внушали оптимизм. Сырьевые товары дали положительное движение. Индекс цен на жилье от Case-Shiller выйдет в 9 часов, а затем в 10 часов по Нью-Йорку. Инвесторы ждут выпуска данных по потребительской уверенности. Доллар показывает напряженную динамику. Курс пары евро против доллара понижен на 0,27% и составляет 1,1211. Фунт на 0,1% понижен относительно доллара США, его стоимость 1,5155. Курс пары доллар против иены повышен на 0,05% и составляет 119,96. В фокусе внимания у аналитиков Trading Central валютная пара австралийский доллар против доллара США. Пара находится ниже уровня линии сопротивления 0,7010 и продолжает отступать. К середине дня пара достигнет отметки 0,6935, а к концу торговой сессии понизится до 0,69. Ценные металлы также отражают напряженную динамику. Золото находится под потолком на уровне 1135 долларов за унцию, и 20- и 50-часовые скользящие средние указывают на дальнейшее понижение. Ожидается внутридневный уровень 1121 и 1116 к концу торгов. Серебро повышено на 0,53%. Тройская унция стоит $14.61. С вами был Даниил Векслер. Вы смотрели Trading Central Web TV.